Ну что, очередная рыбалка. Приехали с Кирюхой порыбачить. Сегодня планируем рыбачить на воблеры. Мы посмотрим по погоде, конечно. Буду облавливать все воблеры из Абхазии. И на всякий случай положу один декомпакт. Вот, проверим, как оно будет. Ну и начну я рыбачить уже с проверенного воблера. Вот с такого. Там Кирюха уже на речке. Уже, говорит, ловит. Раз. Нету никто. Давай еще. Ой. Сейчас Кирюха разловился линком. Вот вытаскивает. Маленький. Малипуська. Не, ну такой, как бы интересный, конечно. Как я люблю говорить, интересный. Сейчас мы отпустим, идем, там интересно. Давай. Хорошо, взял. Короче, мне умные люди подсказали, что надо смачивать руку перед тем, как брать рыбу. Кирюха сегодня рвет со своей блесной по линку все на свете. Вот такая вот блесенка вот такая. За ноздри зацепился. Иди. Побежал. Ну вот, наконец-то я разловился. Но это не линок. Это не линок. Сейчас я спускаться не буду, подниму. Это хороший такой пеструхан. Прям добротный очень. Вот здесь положу его. Опа. Это прям добротный пеструханчик. Смотрите, какой он. Во. Просто красотка. Воблер из Абхазии. Кстати, на этот воблер у меня было меньше всего надежд почему-то, но сегодня он себя показал. И на него был сход линка. Вполне себе приличного для этой речки. Ну что, пеструханчик. Бульк. Все, пошла гулять. Вот, из-под таких корчей вытащил. Сейчас еще раз заброшу, посмотрим, может еще что-то есть. Кирюха опять отличился. А, пеструха. Да. Ну, пеструшка. Хорошенькая. Поменьше, чем у меня, гораздо. Давай, отпусти. Ладно, отпускай. Бойкая такая. Уплывай. Заблудилась. Вот, Кирюха тащит линочка. Во. А вот лежит мой линочек. Две самочки. Две самочки. Ну что, испачкался, правда. Отпускай. Отпускаем домой. Все, пошел. Ах, не взял. Прямое включение у Кирюхи, еще один. Ямка с хорошими линками. О, хороший самец. Леопардик, ну. Ну такой грамм 200. Давай, я удочку подержу. Хорош. Очень хорош прям. А что ты ловишь? Мепс, медь. Ну-ка, разверни лепестком. Не могу. Ну вот видно, единичка. Угу, окей. Сейчас опустим. Вот такое вот местечко. Уже третий лимок подряд. Ну что, иди гулять. Три раза уколола, да. Кирюха между делом сломал свою палку. Кончик каким-то нелепым образом. Говорит, теперь у него тест гораздо серьезнее. Как только включаешь, короче. Да, и сразу перестает клевать. Даже выходов на этом месте нету, странно. Вот сейчас поклевка была. Не, он зацепился, я видел. Да. Вот сюда сейчас попробуем еще раз. Должен быть. О!
сейчас что-то было. Может, зацепил. Не, по камушкам бьется. Угу. Там мне нравится, короче. Может, выскочит. Здесь выходов нет. Ну ладно. Он один пошел, вижу одного. Один ушел с ямки. Еще туда под кусты брось. Я тоже надеялся, что ты под кусты бросишь, что ты бросил куда-то. Непонятно. Значит, еще один леночек отреагировал на другой воблер. Правда, он забагрился в итоге. Видимо, при атаке. При атаке так вышло. Прям за плавник. Ну, значит, реагирует, значит, выходит. Это хорошо. Все. И еще плавник у него. Вот так вот цепили. И погнали. Пойдешь? Я пошел, красавчик. Ага. Гальян. Потому что гальян. Гальяны тоже клюют на блесна, на воблеры. Топаем, топаем, топаем. Ну что, взялся еще один леночек. Слышишь? А, ну самка. Пятна красные, смотри, какие на ней. Обалденные пятна красные. Я таких не видел, кстати, ни разу. И вот такой воблерок. Ну что, Арсен, спасибо тебе за воблера. Они все работают. Ладно, буду отцеплять. Воблерок. Сразу поклевочка. Маленького, конечно. Но тем не менее. Осторожно. Как крутился за оба, зацепился. А запутался. Просто трындец. Денчик поймал. Давай, давай. Вытаскивай. Ну, такой уже грамм. Тоже 150-200. Ага, воблер за кусты взялся? Нет. Леопард. Грамм 100. Ну да, ну 100-150 не больше. Ну все, закончили рыбалку. В общем, линков было достаточно сегодня. Были исходы, было много выходов. У Кирилла было очень много поклевок. И поклевки были реализованы. Большинство, наверное, все-таки. Вот этот воблер так и не добился честной поклевки, честной поимки точнее. Забагрился за плавник, за него леночек. Сейчас выходим на дорогу и топаем до машины.